Всем привет! Добро пожаловать на канал Гонзик ТВ. Если вы часто смотрите видео на моем канале, но все еще не подписаны, обязательно подписывайтесь и нажимайте на колокольчик, чтобы не пропускать новые видео про Roblox. Также подписывайтесь на мой профиль в Roblox, чтобы всегда присоединяться ко мне в играх. А еще вступайте в мою группу в Roblox, чтобы участвовать в раздачах робаксов на моем канале. Ребята, перед тем как получать любые лимитки, обязательно заходите на страницу вещи и смотрите, остались ли еще копии. Первая лимитка, про которую хочу рассказать сегодня, это Бекон Туалет Мэн. Тираж этой лимитки 5000 копий. Получать мы ее будем в игре Pet Racer Simulator. Чтобы получить эту лимитку, вы должны 24 часа играть в эту игру, выиграть 1000 гонок и открыть 5000 яиц. После этого прямо здесь в игре вы сможете забрать эту лимитку. Следующая лимитка, про которую хочу рассказать сегодня, это вот такой шлем Валькирии в виде бабочки. Тираж этой лимитки 12500 копий. Получить мы ее сможем в игре Hide School Life. Для получения этой лимитки вы должны 3 дня подряд заходить в игру. Каждый день вы должны играть не менее часа. Также каждый день вы должны завершать охоту за мусором, собирая 150 предметов. Это отдельное задание, оно берется на спавне. Просто нажимаете и потом идете собирать этот мусор. Вот видите, вам засчитывается. И также у вас должна быть идеальная посещаемость в течение одного учебного дня каждый день. После этого прямо здесь в игре вы и заберете эту лимитку. И еще одна лимитка, про которую хочу рассказать сегодня, это вот такие серьги в виде бабочек. Тираж этой лимитки 2000 копий. Получить мы ее сможем в игре UGC Please Stay Still – Donation Game. Как мы видим, в этой игре есть еще 3 лимитки, и каждая из них получается за очки, которые вы зарабатываете, находясь в этой игре. То есть, чем дольше вы находитесь в игре, тем больше очков вам дают. Для получения лимитки, про которую я рассказываю сегодня, вам нужно набрать 50 тысяч очков в этой игре. После этого вы сможете прямо здесь ее забрать. Ссылочки на все лимитки и на все игры я оставлю в описании и в закрепленном комментарии. Не забывайте проверять наличие копий перед тем, как получать лимитки. А также не забудьте поставить лайк под видео и подписаться на мой канал, кто этого еще не сделал. Всем удачи и пока-пока!